Дети, кого я жду и с кем я собираюсь здороваться? Присаживайтесь. Сегодня повторяю все изученное в прошлом году. Открывайте тетрадки. Так, хотела предупредить, что тетрадки обязательно должны быть как минимум 48 страниц. Вы все помните, да? Испаляем что-то. Обязательно испаляем. Переворачивайте тетрадку и открывайте конец. Это будет ваш чернок. Давайте запишем первые записи в черновике. Вот так. Итак. Эбола. Записывайте строчку. Мухолом. Жираф. Денис. Сейчас. Давайте акула.